Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем проходить игру The Long Dark. Так, у нас задание следующее. Обыщите место крушения и все вокруг. Так, попутно будем собирать палки. Упавший самолет Маккензи. Так, необходимо обыскать нам территорию вокруг самолета и попутно будем подбирать все то, что найдем. Так, тряпочки всякие, древесина. Это все нам пригодится. Так, здесь что у нас? Древесина. Вяленая говядина. Так, а это что? Апельсиновая содовая вода. Отлично. Как-то к самолету можем подобраться? Сам самолет представляется возможным обыскать? Пальцы онемели. Так, таким образом мы сюда не взберемся. Так, а самолет не получается обыскать. Как же самолет обыскать? Так, ну мы начинаем замерзать. Нам необходимо найти какое-то место, где бы согреться. Огромнейший ящик. Интересно, в нем есть что-то? Риск переохлаждения. Отлично. Шерстяные носки, древесина, палка. Это все нам пригодится. Пока ничего толкового мы возле самолета не нашли. Куски самолета валяются везде. Так, попробуем поискать место, где можно согреться. Это я назад вернулся, елки-палки. Так, что мы там подобрали? Может, у нас есть возможность что-то одеть? Так, у нас нет подходящего предмета. Носки одели. У
Вот, приличные шерстяные носки. Так. Этой одежды у нас никакой нет. Так, стоп, у нас еще здесь пуховик. Так, риск переохлаждения. Нам надо срочно согреться. Так, еще палочка вот валяется. Двигаться, судя по всему, нам необходимо. Она здесь проходила. Так, бегать. У нас есть возможность бегать, но необходимо ее использовать с умом, так как выносливость потом долго будет восстанавливаться. Так. А это что у нас такое торчит? Ветка какая-то. Так, еще палки. Риск обморожения. Срочно ищем место. Место для разведения огня, так как мы уже скоро замерзнем. Так, и здесь тряпочка. Так, а здесь у нас что? Камни, не промахивайтесь и всегда будьте сыты. Кроликов, в общем, можно убивать кроликов. Не будем вдаваться в подробности. Камни валяются везде. Так, а как убить кролика? Как же нам кролика убить? Так, а вот здесь какое-то еще местечко есть. А вот и костер кто-то разводил. Так, разжигаем огонь и согреваемся. Так, надо использовать горючее. Вторую бутылку горючего использую. Так, теперь необходимо согреться. Действие возле костра, подождать час. Так, надо еще подкинуть древесины и опять подождать возле костра для того, чтобы согреться. Так, риск обморожения, риск переохлаждения выполнено. Так. Пока у нас горит костер, мы можем вскипятить немного воды, растопить снега, вернее, для того, чтобы добыть воды. Солнце уже опускается к закату. У нас есть говядина вяленая, и у нас есть вода. Еще у нас есть
сок апельсиновый. Так, ну что ж, надо продолжать исследовать местность. Это камни для охоты на кроликов. Так. И где у нас вороны кричат? Где-то кричат. Так, ветку разламывать не будем, так как это занимает время. Будем искать просто палки. Кролики бегают, но как их убить? Камней насобирали, но... Так, здесь, похоже, был обвал. Так, мы сможем забраться на самый верх? Как же ж кролика убить? Так, поддержим пока наш костер, чтобы не потух. Как тебя споймать, как тебя убить? Ты куда побежал, сволочь? Так, здесь возможность добраться наверх есть. Так, и судя по всему, проход дальше. Так, на корточках. Порой вам будут встречаться различные препятствия. Под некоторыми из них можно пробраться на корточках. Если вы присядете, животным будет труднее вас заметить. На корточках вы будете двигаться медленнее, зато тише, что позволит вам подобраться к дичи ближе. Так, а как на корточки сесть?
Так, на корточки мы сели, но нам лучше пойти еще немного побродить здесь. Возможно, мы что-то еще найдем здесь. Так, оружие. Так, вот таким образом достается оружие, оказывается. Может, мы кого-то сейчас подстрелим? Нашим. Здесь нечего исследовать, здесь обвал. А вот и мясо оленя. Так, теперь мы уже можем собрать кишки, шкуру и мясо. Так, опять риск переохлаждения. Надо искать укрытие. То мы оттуда пришли, идем. Пролезем под этим бревном. Так, так, так. Ну и мороз, это понятно. Ищем место для ночлега. По-моему, там какая-то пещера. По-моему, там еще какие-то звуки были, как рычание какое-то. Так, пещера. Так, свет. У каждого источника света свои плюсы и минусы. Возможно, понадобится сделать светильник, чтобы видеть в темноте. Светильники можно сделать из подручных материалов. Факел. Одноразовый источник света. Фонари работают лучше, но для них нужно масло. Темнота опасна. В темноте нельзя мастерить, чинить снаряжение и заниматься другими делами. Понятно. Так, разведем-ка мы сначала костер. Для того, чтобы хотя бы видеть что-то в этой темноте. Так, сырое, сырое. Съедим заплесневелую говядину. И попьем немного воды. Так, что у нас в пещере? Это выход из пещеры, это... Труп какой-то. Так, деревянные спички, потрепанные флисовые варежки, залежалый злаковый батончик. Фонарь. Отлично.
Спальные мешки. Отдых лечит вас и сохраняет прогресс. Отдых восстанавливает здоровье и помогает излечиться от болезней. Вы можете отдыхать в кроватях, которые попадаются на вашем пути. В спальных мешках можно отдохнуть в любом месте. Не забывайте, что отдых расходует калории, а спустя часы отдыха вам захочется есть и пить. Отдых также сохраняет игру. Так, поджигаем наш фонарь. И пойдем исследовать пещеру. Ну, довольно-таки приличная пещера. Я надеюсь, никакие животные нам здесь не встретятся, которых мы не сможем одолеть. Так, здесь ползком. Наверное, другой выход из пещеры. А может и какое-то животное будет подстерегать нас. Так, нашли еще один факел. Так, и здесь кто-то разводил костер. Потерянные в метели. Так, персики. Обыскать рюкзак. Топливо для фонаря, набор для шитья, ткань. Вот, теперь мы можем... Так, еще антисептик. И все, так мало. Так, судя по всему, нам уже тяжело ходить. Так, это рычит кто-то или просто какие-то звуки? Так, как-то плохо фонарь уже горит. До костра дойдем, до того, который там был? Не дойдем. Так, разжигаем огонь.
Добавим сюда несколько палок. Возьмем один еще фонарь. Так, я думаю, стоит. Скушать персики. Так, теперь немного подкрепились, пойдем исследуем эту часть пещеры. Это я не туда пошел, елки-палки. Я прямо в проходе развел костер. Не думаю я, что мы там что-то найдем, но исследовать надо. Скорее всего, будет второй выход где-то ниже, так как мы спускаемся вниз. Так, здесь опять несколько разветвлений. Так, и вон там, скорее всего, судя по свету, второй выход из пещеры. А может и нет. Так, давай быстрее. Мы уже много вещей нагрузили, поэтому мы так медленно идем. Так, боюсь, здесь придется разводить костер и здесь ночевать. У нас еще не поджаренное мясо. Еще мы нашли иголку с ниткой. Теперь мы можем уже ремонтировать нашу одежду. Ну и посмотрим, что там еще скрафтить возможно. Так, теперь приготовим еду. Поджарим мясо, которое у нас уже попахивает. Так. Еще мы можем вскипятить воду. Давайте литр вскипятим. Так, теперь мы можем покушать.
Так, это что у нас? Источник света. Фонарь. Деревянные спички. Так, это у нас напитки. Это у нас аптечка. Действия в лагере. Спальный мешок. Так, где мы его разложим? Вот здесь получится разложить спальный мешок и можем теперь поспать. Так, сначала добавим в костер немного дров. Так, и теперь поспать можно. А где спальный мешок делся? Он сгорел или что, блин? Так, ну там я вижу свет, там скорее всего выход. Ну что ж, будем заканчивать. Нашли пещеру уже, нашли спальный мешок, иголку для ниток. В следующих сериях уже начнем что-то крафтить. На этом буду заканчивать. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.